Натянутая струна под электрическим напряжением. Так психологи описывают человека в состоянии стресса. Раздражительность, бессонница и различные соматические проявления. В состоянии стресса вырабатываются гормоны, повышающие готовность организма защищаться от внешних факторов. При этом сегодня для многих это состояние становится нормой. Стресс бывает полезным, бывает нет. Когда в данный момент нет необходимости себя защищать, то, соответственно, этот стресс может становиться вредным для человека и накапливаться, если он с ним ничего не делает. Научиться управлять своим стрессом можно и нужно, утверждают эксперты. Главное правило – давать выход тревожным мыслям и чувствам, не бояться об этом говорить. Хорошей альтернативой разговорам служат телесно-ориентированные техники и дыхательные практики. Это помогает сместить акценты с общего тревожного фона на то, что мы чувствуем здесь и сейчас. Можно, например, просто снять обувь, постоять босиком. Это в каком-то смысле некое заземление, почувствовать опору под собой. Объятие себя. То есть и небольшое покачивание, в каком-то смысле это как бы убаюкивание. И человек в этом как бы успокаивается. Дыхательные практики. На вдохе стараешься расслабиться, представить максимально стабильное, спокойное какое-то место. На выдохе представляешь как раз тревожащие тебя мысли, там образы, и как бы их выдыхаешь из себя. Когда стрессовая ситуация возникла, справиться с ней поможет чувство опоры, которое у каждого формируется с младенчества. Одна рука кладется на затылок именно так, чтобы ощущать, что ты поддерживаешь себя, а другую можно положить на лоб, на область лба или на темя. Так. Ага, ну вот. Да, нужно самое главное вот дать себе, чтобы вот опереться прям. Это именно опора. Надавить силой. Ну, именно дать себе опереться, как будто вот тебя на руках поднимают. Еще один метод – замереть и почувствовать биение своего сердца. Тактильные ощущения помогают переключить внимание. Но это еще и как бы объятие, как будто тебя обнимают. Если нету рядом такого вот близкого человека. Конечно, если есть близкий человек, можно просто обняться. И получить вот эту самую поддержку и принятие. Не стоит забывать и об информационной гигиене. Однако полностью ограждать себя от новостей не стоит. Специалисты советуют дозировать информацию и не читать новости перед сном. А еще важно стараться видеть во всем только хорошее. Галина Топилина, Николай Сидоров, События.